Для тех, кто силен духом и преодолевает свой недуг. В парке десятилетия Ангарска накануне было весело и шумно. Здесь состоялся большой праздник, организованный Инватурспортом. Общественники выиграли грант на приобретение веломобилей. Это специальное сооружение для прогулок на свежем воздухе для людей с ограничениями в здоровье. Организаторы признались, что с таким приобретением в Ангарске может зародиться совершенно новый вид спорта. Обязательно люди должны пройти динамику физического состояния, получить программу и уже в сопровождении тренера, волонтеров делать прогулочные полезные занятия для здоровья. Я все равно думаю, что это большой прорыв вперед, а самое главное, что у нас люди не будут сидеть в четырех стенах и смогут путешествовать на этих веломобилях как летом, так и в демисезонные времена года. На первый взгляд управлять веломобилем несложно, вот только в команде. Крутить педали синхронно и справиться с рулевым управлением у всех не сразу получается. Но трудности никого не пугают. Как признались организаторы проекта «Путешествуй социально», грант писали на 800 тысяч, получили лишь 180. На выигранную сумму удалось приобрести только два веломобиля. Чтобы все ангарчане смогли покататься на таких великах, руководители Инватурспорта составят график. Теперь будем кататься, да, я так думаю. Ну вот уже... Планируем, может быть, даже где-то 1 мая там выходные взять и прокатиться. Пока одни гуляют и осваивают новую чудо-технику, представители Федерации спорта людей с нарушением опорно-двигательного аппарата играют в сидячий волейбол. Вот такие они, ангарские инвалиды. Физические недуги их не ограничивают, а только закаляют дух и придают силы покорять новые вершины. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время.